Добрый день, уважаемые зрители ОНКО-ТВ. Представляем вам второй выпуск дайджеста новостей на МИЦ онкологии Петрова. Сегодня мы расскажем про наше новое оборудование, которое Центр онкологии Петрова приобрел в 2022 году в рамках национального проекта здравоохранения. Часть из этого оборудования уже работает, часть вводится в эксплуатацию. Итак, в арсенале специалистов центра с этого года имеются аппарат МРТ GE Signa Artist, напряженность магнитного поля 1,5 Тесла, стоимостью 175 миллионов 500 тысяч рублей, максимальная нагрузка на стол томографа до 150 кг, это максимальный вес пациента, протоколы сканирования онкологические, мультипараметрические, магнитно-резонансная эластография печени, молочной железы, магнитно-резонансная трактография, магнитно-резонансная спектроскопия, перфузия и прочие возможности, необходимые для диагностики и динамического наблюдения онкопатологии. Аппарат КТ Philips Ingenuity, мультиспиральный, 128 срезов за один оборот трубки. Минимальная толщина среза 0,625 мм, стоимость 99 миллионов 800 тысяч рублей. Аппарат обладает протоколами сканирования со сниженной дозой облучения и программно-аппаратным комплексом для проведения интервенций в режиме КТ-флюороскопии. Программные пакеты. Функциональная оценка кровотока. Автоматическое сегментирование сосудов. Анализ объемов с автоматической сегментацией. Виртуальная колоноскопия. Автоматизированное измерение роста опухоли. Система цифровая маммографическая, синограф Пристина. Название для пациентов просто маммограф. Стоимость аппарата 49 миллионов 800 тысяч рублей. Аппарат использует новые технологии, а именно томосинтез, контрастная спектральная маммография, стереотоксическая приставка для пункционной биопсии. Еще в Центр онкологии Петрова были приобретены два аппарата УЗИ экспертного класса. Общая стоимость 44 миллиона 330 тысяч рублей. Система диагностическая ультразвуковая Aplio I-700, система диагностическая ультразвуковая Logic I-10. Аппаратура использует новые методики, помимо базовых. Режим эластографии, сдвиговой волны, режим визуализации мелких сосудов, режим кодирования контрастной гармоники для проведения исследований с контрастными веществами. Приобретена система однофотонной эмиссионной компьютерной томографии стоимостью 175 миллионов рублей для выполнения исследований аффект КТ. Максимальная нагрузка на стол томографа до 200 кг. Также приобретен микроскоп Kineva 900 Carl Zeiss стоимостью 44 миллиона рублей. Микроскоп используется для выполнения мельчайших, деликатных хирургических процедур для увеличения мелких структур нервов и сосудов при нейрохирургических операциях. Для удобства хирургов в малую операционную была приобретена флюороскопическая рентгеновская передвижная цифровая система Zenition 70C. Стоимостью 23 миллиона 500 тысяч рублей. Эту аппаратуру обычно называют Си-дуга. Мы уверены, что до оснащения Центра онкологии имени Петрова новым оборудованием повысит доступность квалифицированной специализированной медицинской помощи онкологическим пациентам. До новых встреч на канале ОНКО-ТВ.